Усіх радості дали, а я тут не знаю, що думати даже. Письмо от синочки получила. Синочка, Стасик, ой, Господи, кровиночка, діточка. Весной от меня в армию его забрили. Заслали аж. Аж в Петербург заслали. Стасика моего. Стройбат. Ну, батальон такой специальный, куда самых стройных отбирают. А Стасик же у меня такой видный, так... Ой, одна харизма чего стоит. У него ж такая харизма. За неделю не обскачешь. Ой, как мы его провожали-то, Господи, как провожали. Неделю гуляли. А батька потом еще месяц. Ой, бабка ему, даже мать моя, бабушка, носков из собачьей шерсти навязала Стасику. Штук 19 навязала. Потом это ритузы из ревматизма. Ой, трезора всего вычесала подчистую. Он потом месяц в будке сидел. Ну, стеснялся выходить, харизмы своей стеснялся. Ой, сыночка. И главное, сначала пишет, что все хорошо, мама. Вот, вот так вот и пишет, я не болею. В армии, мама, вообще больных нету. Вилок в столовой не дают, чтобы детки не поранились. В казарме на ночь синий свет оставляют, чтобы деткам, значит, сны дурные не снились. А только хорошие про устал, про строевую подготовку. И вообще, пишет, и в армии, мама, все параллельно и перпендикулярно. Ну, подумал, почему-то кота... просит завести. Вот, вот, вот она так и написала. Ага. Заведите, мама, кота. Назовите его прапор. Приеду, убью. Потом пишет, чтобы я за Юлькой, за невестой его следила, чтобы за Юлькой. Ой. А что за нею следишь? За Юлькой, за этой. У Юльки харизма. Ой. Ну, а так ничего, хозяйственная, ничего не могу сказать. Хозяйственная Юлька. Поросей держит, ага, держит поросей. Ой, как я ее тут оругала, а. Она же поросей держит, их же кормить надо. Она их держит, и все. Господи, сыночка, прислал письмо. Оно обрывается. И главное, последние слова. Мама у меня. Все. Все. Вот как будто сзади кто подошел. Командир какой-ли старослужащий. И лопатой по голове. Хрясь. И все. И главное, там вот даже не мама у меня, а просто мама у меня. Ну понятно же, что это мама у меня. А может там мама? У меня новая любовь. Познакомился в увольнении. Зовут Вера. 46 лет, трое детей. Господи, сыночка, да что же ты с мамкой делаешь? Ну что ж ты... Ой. Скорей бы старость, да в детство впасть, ей-богу. А может, там не мама у меня? Господи, как я сразу-то не догадалась? Может, там мама? Умеют же генералы жить! У нашего 4 дачи. И одну за хорошее поведение он подарил мне. Да, размечталась, дождешься от них, от генералов. А может-то... Ой, да, конечно же, Господи, я тут голову ломаю. Да, конечно, написал же, мама, уместился-таки я в кабине УАЗика. И теперь я служу шофером. И вчера наехал на гаишника. УАЗик в дребезги, а гаишник, мама, только свисток проглотил и харизму помял. Алло, Стасик, сыночка, Господи, слава Богу, живой. Господи, да я тут всю голову сломала. Что же у тебя письмо-то оборванное? Ну, мама, умей, что? Карандаш сломался. А что написать-то хотел? Мама, у меня закончились деньги. Сколько выяснилось?
1000. Сыночка, вышь! Минуточку, заказал. Господи, сыночка, береги себя! Кутайся, сыночка! Горло не простуди! Ой, сыночка, вышлю 1000. Служи спокойно. Служи честно, чтобы не было мне стыдно за тебя и за твою харизму. Светлана Ростова, наша аншлаговская свекровь, канума, а теперь еще и мать солдата.